Забыть обо всех невзгодах на один день и отдать все силы на футбольном поле. Такая возможность появилась у детей Самарской области, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Благотворители при поддержке региональной общественной палаты и Союза журналистов провели футбольный турнир, чтобы раскрыть таланты юных игроков, приобщить их к большому спорту и открыть для них дорогу в большой футбол. Многие из них не видят такого количества праздников, как нам бы и хотелось дать, да? И жизнь у них не самая радостная. А мы создаем такие радостные моменты, которые, как мы надеемся, станут своего рода путеводной звездой для них по жизни. И будет их вести, по крайней мере, вот дорогой спорта и движение вперед, дорогой успеха. За победу боролись 8 команд Самарской области. Сначала определили сильнейших на групповом этапе, после чего лучшие команды разыграли в плей-офф победу и путевку на суперфинал турнира. Он состоится в Москве в сентябре на стадионе «Лужники». Победу одержала команда Сызранского центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей, «Искра». Дети, вот эти эмоции неподдельные, они самые искренние. Мы же все прекрасно знаем, все родители, большинство из нас. Поэтому я все почти все турниры детские помню. Не все свои матчи помню, потому что они все равно притупляются, а дети – это самое важное, это они впитывают как губки именно в этом возрасте. После финальных игр футбольный праздник продолжился. Дети сыграли в гала-матче против команды звезд российского футбола. Победила дружба. Матч закончился 4-4. Они отдают очень много энергии, очень много тепла, потому что для них только начинается вообще жизненный путь и футбольный путь в том числе. Поэтому мы получаем огромное удовольствие, потому что проходит в борьбе. Они хотят проявить себя, естественно, обыграть нас, и это очень интересно. После гала-матча состоялась торжественная церемония награждения. Игроки и болельщики каждой команды получили на память дипломы, медали, индивидуальные подарки и фотографии с альбомами футболистов-участников звездного матча. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.